Девчата, всем привет! Сделала себе маникюр. Моя Аленочка уехала. Я сделала у другого мастера в салоне. Света нету, делали под генератор. И, как я вам обещала, хотела зайти в магазин кошек. Типа Авроры у нас открылся. Слышите, везде гремят генераторы. Вот пишут, кошек краще цена. Вы слышите? Это у нас на Королева. Слышите, как у нас все працює классно. Я вообще сюда пришла по делу. Мне нужен фумигатор. Фумигатор для пластинок. Так, какие чудові вуха. Вуха, бачите? Це я таке куплю и буду снимать влоги. Это ухи, по-моему, какого-то... Ага, зайчика-баранчика. Там еще есть рожеві. Видите, какие обручи. Сейчас мы глянем цены. Цены на это все должно быть где-то вот тут вот. Вот, обруч 15 гривен. Тут вообще огромный магазин, все, что хотите, есть. И сумки, и... ой, какой бантик классный. 30 гривен, это такой бантик. 44 гривны стоит евро, и 40 гривен стоит доллар. Тут еще вообще бантиков много. Видите? И цены здесь классные. Канцелярия. Очень много канцелярии. Очень. Кто любит канцелярию, пожалуйста. И она здесь недорогая. Кстати, мне кажется, что в Авроре даже дороже. Вот я вам честно говорю. Канцелярия. И цены. Ух ты! Вы видели когда-нибудь такое? 26 гривен стоит ручка. Вот такая вот ручка в виде ружья. Офигеть! И рядышком, знаете, мимимишки. Какие-то. Ну тут мимимишки тоже весь веселый. Ружье, единорожики и скелеты. Все, все в одну кучу. Знаете, все на любой вкус. Это балетяжные медвежата. Что хотите, девчата, что хотите. Так. Кастрюляки. Почем кастрюляки? 771 гривна. Крышки. Пластмассы. Вот это, кстати, актуальная вещь, потому что многие берут на пляж фрукты и даже не только фрукты. В моё детство брали самое главное, то, что должно было быть на пляже, если есть дети, сосиска или сарделька, яичко вареное, помидорка и огурчик. И хлеб, понятное дело. Вот. Вот можно измерять температуру воды в море. Вот, а сейчас... еще брали борщ, но это не всегда. Я сказала, из обязательного. Это яичко и колбаса какая-то, сосиска. А, так, еще и борща. Борщица могли взять. Долму могли взять. Или голубцы в коробочку какую-то сложить, в баночку поесть. Вон сколько всякой еды. Такой, знаете, приправы, какие-то соусы. Но это тоже есть в Авроре. Но тут главное цены сравнить. Так, фумигатора я пока еще не нашла. Смотрим. Техника тоже есть. Вон блендер 449 гривен. Не знаю насчет мощности. Чашки с котами, кстати. С котами. Посуда, полотенце. Кстати, кухонные полотенца. Скорее всего, это микрофибра, но это дело тоже очень нужно. 22 гривны, пожалуйста. Симпатичные, кстати. Маленькие полотенчики. Это, знаете, это расходники такие, которые очень быстро, быстро и быстро они пачкаются, используются и их выкидывают. 1+1, 3, пожалуйста, можно взять 3 штуки себе. Ну, вот такое качество, скорее всего, что они нифига не вытирают. Вот такое вот еще микрофиброчка, она хорошо впитывает. Я больше люблю микрофибры. Сейчас почитаем. Я же, как всегда, очки не помню. Взяла я. Малюм, да, микрофибра. А это типа махра. Но это не махра. Лучше, мне кажется, что лучше микрофибру брать. Она впитывает лучше. Он вообще по 20 гривен. Типа махра. Но это, что вы же понимаете, какая махра. Мне кажется, что это не та махра. Цены, кстати... нормальные. Цены нормальные на эти маленькие полотенечки. Тряпки сейчас для стола стоят дороже. И их мы выкидываем.
Поэтому полотенчик можно запросто купить, они всегда и везде нужны. Тоже техника даже есть. Видите, кофеварка на две чашечки с чашечками. 609 гривен. Вообще чашек очень много. Вот эти бокалы модные. Келихи. 31 гривна, скорее всего, что он стоит. Уцинка. Даже 28. Бачите? Микрочашечки для кофейка. Вообще кофе надо пить вот такими чашками. Бездюлечными. А не как это, ведро пельменей и ведро кофе потом в день выпивается, а потом непонятно, что изжога давит. Так, люминарики, это для выпечки пирогов. Пожалуйста. Можете сейчас себе сделать на сметанном тесте заливной пирог с чем-то. Мне вот такие тарелки нужны, потому что я их время от времени бью. Именно не бью, а сколы делаю. Сколы. Вот они стоят сколько? 45 гривен мелкая, 59 глубокая. А еще лучше даже вот такие тарелки. 50 гривен. Сколько на 44 даже гривен. Но вот такие даже больше люблю, чем вот с этими волнообразными ободками. Какой сервиз красивый. Прям смотрите. Сервиз, чашки и, как сказать, и такие закусочные тарелки. Так, только я не могу понять, где цена на сервиз. Ага, вот, 2799 гривен весь вот этот вот сервизик стоит. Где сколько посуды, это что-то интересное. Фруктовница. Фруктовницы. Вон, графины под лимонад 316 гривен. Вот это красивые креманки. Креманки или варенье сюда можно. Конфитюр какой-то налить, чтобы мухи не садились, закрыть крышечкой. Очень красивые цветы искусственные. Почем они стоят? Так, табурет. Одежь цветочки. Цветочки прям красивые. Цвет красивый такой. Пыльно-розовый, но цену я не вижу. Сейчас глянем. Может, она где-то тут. Скорее всего, да. 220 гривен. Ну, это вот такой вот букет здоровенный. Если его, так, знаете, поставить какую-то непрозрачную вазу, белую, модную какую-то, будет очень красиво смотреться. И белые в таком же стиле, белые цветы. Симпатичные, кстати. Так. Лейки. Это все наш сад и огород. 109 гривен стоит леечка. И машинки от Катыши, кстати говоря. Видите, 140 гривен. И микро 49. Даже по скидке она сейчас. Что хотите, тут есть. Тут тоже выбор. Кроме все есть, кроме фумигатора. Где мой фумигатор? Я его не бачу. Что хотите, кроме фумигатора? Магазин большой, кстати говоря. Фумигатор, я так поняла, надо спрашивать, где находится. Фиг я его тут найду. Он, кстати, есть. Видите, эти семена даже. Семян здесь много. Горшки для цветов. Одежда, топы, кстати. Такие топы на Аликах продавались. Под мой лак новый, видите? Как гарно. Вообще обожаю такие лаки. Нежные. В следующий раз хочу сделать френч. Джинсы. Почем джинсы? Штаны, джинсы есть. Штаны 88, а джинсы, сейчас скажу, где тут цена, вот цена, 440, модные труселя, бачите эти, модные труселя 70 гривен. Так, всякие прищепки интересные.
что я как сейчас чихну. Потом хочу пойти на базар купить фрукты какие-то. Кстати, это дело, вот это, нет, вот это, ВТБ было по 37 по акции недавно. Постели тоже много, подушки. Подушка стёбана. Видите? То есть мне писал не стёгана, а стёбана. Стёбана. Бачите? Такие вон стёбана. Игрушки мягкие. По-моему, это игрушки с ковдрою. Если я не ошибаюсь, были такие игрушки с ковдрою. Или это может просто такая, знаете, на диванчик. Тапки. О, чебуренко. Чебуренко 399 гривен. Я недавно в ТикТоке видела такой прикол. Там, значит, завезли на 7-й километр чебурашек всех цветов радуги. Значит, всех цветов радуги и расы. Светлый, темный, желтый и еще в цвета радуги. Так смеялась, чтобы никого не обидеть. Чебурахи всех цветов и направлений были. А я пойду все-таки поищу этот самый фумигатор. Вот, 69 гривен мне показали с жидкостью. Сразу в комплекте. Так, иду я дальше. Еще на базар зайду, гляну, может там только есть для пластинок. Бабцы по жаре гуляют. По жаре. Так, смотрите, цены на недвижку. Что не все тут выгоревшее. А це что таке? Делянка 600, 8 тысяч. Такие вот цены. Эксклюзив. Такие цены на недвижимость. А можно попробовать? А можно пробовать? Угу. 30 неплохо. Мой любимый, кстати, продавец, вот этот мужчина в этом самом панамочке. Такой как повар он. Всегда у него покупаем что-то. Такой мужчина хороший. Так, лучок, бурячок. Лучок, бурячок, все есть. Я за 30 купила вот. Кушайте, девчата, желтую черешню. Она полезная очень. И закатывайте ее. Она, если есть у детей особенно ацетон, она снимает ацетон. Хотя бы маленькие баночки вот эти, знаете, салатов там магазинных. Там верес, вот это вот все, есть баночки, прям туда закатывайте. Чтоб маленькими порциями, если ребенку нехорошо, чтобы можно было достать и дать. Вот смотрите, клубники сколько еще. Капец. Клубники море еще. Я уже ее отъелась, не хочу. Свежа полуница. Черница, бачите? А черница почем? 150. Ага. Почем? Ну что, по 20. Это чем кукурузка? Все по 50. Дынька, смотрите. Дынька колхозничка. Похоже на колхозничку. А дынька, можно попробовать дыньку? Можно. Угу. Сейчас попробуем. Почем дынька? Маленькая. 120. Ну, получается 50-60. 50-60, ага. Отлично. Попробуем. Это ж наша уже, да? Да, а ведёхоль. Угу.
вкусно, наверное, возьму на обратном пути. Сладко? Да, очень сладко. Как у кузницы. Одна, ну, 120, но выходит одна где-то 50-60. 50-60. Сейчас я буду возвращаться, скорее всего, что возьму. Сейчас я еще пройдусь и, скорее всего, что за дынькой вернусь. Дынька вообще мед. Дынька обалденная. Медово, дынька. Не хочу таскать, хочу пройтись. И потом, кстати, клубника рассаду продают уже. Ну, все есть. Ага, разобрали, да? Да? О, это может завтра. Угу. Так, я за шелковицей сейчас повернусь. Мне еще дыньку там надо взять. Шелковица. О, жину мне тоже Жиночка дала попробовать. И классно. Ой, вот шелковица есть. Шелковица. Коробочка где-то 100 гривен, да, выходит? Коробочка где-то... 250 кило. Коробочка выходит 130. 130, ага. 150. 125. Угу. Я понял. Тут 1 кило. Угу. Попробуй, можно, да, попробовать? Угу. Ну, классно, вот это классно. Надо на еще свернуться. Много агруса. Все, шелковицу я обнаружила. Чтоб вы понимали, девочки, это я ВТБ. Сейчас у них не могут запустить генераторы. И тут такая тема, с этими ходят люди, как они называются, с фонариками. Носят фонарики в руках. Я вообще зашла за кефиром, тут была такая шикарная скидка на кефир, но самого кефира уже этого нема, на жаль. Все, нема, шеф, все пропало. Вот этот я не люблю молокию. Это темнота вообще, не могут, видать, запустить цей генератор. Вот так вот, видите? О, якась лампочка где-то появилась. Так. А там свет в конце туннеля, девчата. Тут везде тьма, а там свет в конце туннеля.